Представься, пожалуйста. Игорь. Просто Игорь. Просто не Игорь. Означает. Житель Саранска, житель Химмаша. И мой друг, одноклассник. Какой друг? Одноклассник, это еще больше. Игорь, как ты живешь сейчас? Да нормально, все хорошо. Слава Аллаху. Вот именно, слава Аллаху, слава Богу. Трудишься? Да, работаю на предприятии «Ламзур» грузчиком. Это хорошая рабочая специальность? Да, нормально. Тяжелая? Ну, как сказать, если каждый день мешки с сахаром и с маргарином ворочать, это я не знаю. Но конфеты-то, готовые продукции-то есть, что ли, там сейчас? Даже не знаю, я сейчас в отпуске, в принципе, нахожусь. Понятно. Сейчас не знаю. Это длительный отпуск или... Нет, я сейчас в этом отпуске. 35 суток у меня, 35 дней рабочих дней. Игорь, ну я вижу твои рабочие руки. Это ведь руки спортсмена. Борьба, это твоя стихия была со школьных времен. Я уж, это так давно был, я уж даже... Мне не верю, что это когда-то было. Уже это, можно сказать, в прошлой жизни. Игорь, тебе 55 лет, как и мне, юбилей. Как поживаешь сейчас? До пенсии сколько осталось? О-о-о. 5 было, 5 добавили. Наше славное правительство, так называемые медведи. Так, ясно. Ну, ругать их не будем, в принципе. Как да, есть, уже то есть. Они есть единоросы. Но все понятно. Медведи. 10 лет еще. Да. Ну, добавили. А как считаешь, что это справедливо или не очень? Да, мне кажется, это социально несправедливость какая-то. Если поднимать пенсионный возраст, то надо поднимать всем пенсионный возраст. Не делать исключения. И силовым структурам тоже. Я за то, чтобы тоже поднять пенсионный возраст. Пусть так же, как простые работяги, выходят 65 лет. И также нет, у них ФИЗО сдают. Не сдал ФИЗО, пожалуйста, на вольный хлеба. Почему-то я должен мешки с сахаром ворочать до 65 лет, а они, извиняюсь, мне не должны. Пусть до 65 лет и стреляют, и прыгают. Они на это учились, и тем более у них каждые полгода или каждый год, я не помню, идет переаттестация. Вот пусть кто не сдал, пожалуйста, на вольный хлеба. И на 65 лет, как простые работяги. Так что тут, мне кажется, будет более справедливо и более честно. А то, получается, простой работяга будет зарабатывать пенсию им. Они будут 40 лет на пенсию уходить и потом уходить работать в ЧОП охранником. Опять же, не в трудовую специальность, а куда-нибудь в ЧОП сидеть там, короче, на пятой точке. Ну, в общем, вот Игорь, житель Саранска, Химмаша, за справедливость. Удачи всем. И удачи всем. Спасибо тебе. Пожалуйста.